Не платить, а получать деньги в магазинах вскоре смогут немецкие безработные. Германия реформирует систему получения социальных пособий. Что это за нововведение и как оно будет работать, выясняла Татьяна Лагунова. За пособием по безработице в магазин в Германии решили упростить и модернизировать систему социальных выплат. Вскоре безработные смогут получать помощь от государства в кассах торговых точек. Нововведение придумали для тех, у кого нет счета в банке. Сейчас, чтобы получить деньги, им приходится выстаивать очереди к кассовым аппаратам в отделениях Федерального агентства по труду. Представители ведомства решили облегчить процедуру и выдавать наличность там, где люди часто бывают. В программе примут участие более 8 тысяч торговых точек по всей Германии. В основном продовольственные супермаркеты и магазины бытовой химии. Чтобы получить деньги, достаточно будет предъявить на кассе карту со штрих-кодом. Таким образом, безработные экономят время, а государство – деньги. Обслуживание кассовых аппаратов в филиалах Федерального агентства по труду обходится бюджету в 3 миллиона евро в год. Их решено демонтировать. Систему получения пособий в кассах торговых точек начнут внедрять сразу после Нового года. А к концу 2018-го планируют полностью завершить ее реализацию. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».